Всем здорово, ребят! Ну что, закончилась у нас битва гильдии, и у нас начинаются тесты дальше героев. Собрал я несколько неплохих еще сборок. Такой вот есть у нас зефир. Вот такой вот зефирчик уже есть. И у нас сегодня тест будет... Я вам показывал ПБшку. На максималке сегодня я хочу потестировать Гаргула. Так, где-то он у меня походу... спрятан в гарнизоне. Да, вот он. Гаргул у нас на максималке. Вот такая вот сборочка Гаргула. 10-10. Поставим сюда дополнительно сейчас с вами огненку. Сделаем такой максимальный. Да, герой старенький. Герой один из стареньких топовых хиллеров. И вот такая вот у нас чарка, ребята. Ставим сюда еще дополнительно ангела. Герой не станется... Имеет иммунитет, герой отхиливает, наносит зональный урон. Стан и страх ему не страшны. 7-7, то есть плюс 70% жизни. Плюс тут у нас 40, плюс тут у нас 120. Поехали в рейд. В рейде сейчас его будут разгребать по полной. На моей силе это, конечно, полный трэш. 30-е, но вроде... Вот смотрите, вот вам смотр, который просто тупо шатает. То есть против смотрителя вы реально ничего не сделаете. Ну, Фрея, вот сейчас вот нормально, посмотрите, Фрея. Ну, тут Фрея какая? А нет, 30-я Фрея. В принципе, немного так пробивала. Сейчас посмотрим, может это действительно будет мега имба. Посмотрите, дамаг, в принципе, неплохой. По 180к криты даже вылетают. А, миссы, это как красиво. Так, ну давай, 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 включайся. Космо уже бьет. Блин, держится. Так, надо себя забрать в другую сторону, а то вам не видно его жизни. Перемещусь вот сюда. Ну вот так вот, по чуть-чуть, я вам скажу, неплохо. Он себя хилит дополнительно, но... Блин, 30-я Фрея не пробивает. Как-то так. Вот как-то так, ребят. Удивил. Реально удивил. Он у меня в сборке на атаку. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот. Максимальная атака на нем. Но он держится. Я не знаю, как-то странно, но реально держится. Давайте посмотрим на кошмарках на него. Мне самому просто интересно посмотреть, что он сможет сделать, например, на кошмарке 5. И пойдем дальше посмотрим, сможет ли он тащить. И какой реально он будет получать урон? 40 тысяч. Да ему пофиг это все. Посмотрите, что он творит. Урон он наносит, в принципе, вот надебафил его дракон. А ему пофиг, у него такой деф. 34. Офигеть, вот это они его там бьют. Ему просто пофиг, ребят. Интересно, сейчас дойдем до черепа. На Атланте он тоже, в принципе, Атлант включится, он не должен слиться на нем. У него от хила все-таки больше должно быть. Да, так и есть, Атлант. Атлант ничего сделать не может. Ну и урон у него, в принципе, неплохой. Ну, с таким дефом. Тут реально все пофиг. Он еще сам себя бафает дополнительно на деф. Я думаю, он на 7-х кошмарках тоже будет нормально дефить. Так, череп, валька. Офигеть. Череп под скиллом просто, ну...
Обалдеть, ребят. Посмотрите, что он творит. Жесть. Гаргул, который тупо шатает. Я не знаю, но это просто кайф. Вот добрый старенький герой, его ворожай, конечно же, заменил, но, блин, это что-то нереальное. А, я случайно Франка выкинул. Два черепа, ребят. Два черепа просто не могут убить. Обалдеть. Вот что значит иммунитет к стану. Посмотрите на Франка сбоку, он ничего сделать не может. Блин, ну крутой гаргул. Черепа просто его не пробивает. Давайте попробуем дальше. Давайте попробуем на шестой кошмарке. Понятно, он тут дальше за демоном не зайдет, но интересно посмотреть, смогут ли они его слить. Или сможет он соло их держать. Отхил, конечно, у него 73к. Но это, ребят, это не максимальный еще дефный вариант. Ну вот, ему пофиг, он может просто стоять на месте и держать деф. Пишите в комментах, или вы хотите увидеть его еще со священным судом. То есть там будет, конечно, меньше отхила, меньше жизни, но там будет увеличенный сам отхил, и плюс там будет увеличенный деф. Я не знаю, сколько они будут его пробивать, но тут просто его демоны не пробивают. Это просто жесть, ребят. Поехали на седьмую, посмотрим. Я не знаю, давайте там 7-9. Посмотрим здесь, я даже его выпущу где-то тут. И тут его все-таки коцают. Тут, конечно, пробивает, но мы взяли очень много героев. Пробуем по одному где-то сбоку выпустить. Ну, 50к его пробивают. 400, по-моему, прилетело. Так, Одер сейчас снимет бафы. Да, вот смотрите, а Одер реально по ляму выдает. Одер снимает все бафы, это просто жесть. Поехали, попробуем последнюю. Но все равно такой деф. Я думаю, я его соберу еще. Знаю, напишите в комментах, хотите ли вы его с СС-кой на максималке увидеть. То есть посмотреть на его максимальный деф, что он может. Вот тут его пробивает как-то странно, странно немножко. Он, по идее, вообще должен быть непробиваемый. Но когда скилл у него включен, но ну, видите, как-то странно. Другие герои с максимальным дефом стоят здесь намного лучше. Да, надо будет подумать насчет чарки. СС-ки сюда. Ну, видите, он не пробивает их, они отхиливаются, но они его убить не могут. Малышник, ведьма, медуза. Ему просто нипочем. Ну, просто держит, стоит на месте деф. Если кинуть ворожая, интересно посмотреть. Но тут миссы выходят, тут миссуют просто. По нем, конечно же, реже миссуют, но все равно миссы, как видите, есть. Но вдвоем они, конечно, будут тащить. Так, окей. Поехали такую сборку еще потестируем. На подземках посмотрели, в рейдах посмотрели. Поехали на арену.
Интересно глянуть. Здесь тоже горгул. Рея, тыква. Посмотрите на этот удар, урон. Смотр 5000. 31. Это, блин, под разгоном, под Купидоном. Его пробить просто не могут. Ну, понятно, тут его зашатают. Так, надо кого-то найти по центру. О, отлично. Космо, череп. Все остальные. Посмотрите, его просто не пробивают. Обалдеть. Его просто пробить даже не могут. Причем миссов так много. Я офигею. Вторые эволюции, в принципе. Реально очень крутой. Ну, шатал. Ну, конечно, они не максимальных прокачек, но то, что они его не пробивают, это, конечно. Смотрите на его урон. Урон, конечно, у него смешной. 30 тысяч, 80, 30. На сегодня героев выбивает по миллиону, а здесь просто по 30 тысяч бьет. Ну, это не тот герой, который там мега дамагер. Но он реально очень хорош. В командных каких-то локациях он будет тащить. Хоть он очень медленный. Но иммунитета на свое время он нереально был крутой, Гаргула многие боялись. Он просто забегал, сносил базы. Когда он включался, мы сливались, то есть нельзя было его убить, он там хилил. Когда он вышел, это просто капец был какой-то. Да и после, до выхода ворожая, это один из самых топовых героев был для отхила, для командной какой-то игры. На сегодня это уже, к сожалению, не то. Но все равно, посмотрите, что он делает. Просто монстр. Так, окей. Попробуем против ПБшки. Ой, отлично, Фоба, ПБшка. Там у нас еще не вижу. ПБшка просто улетел на отражалках. Фоба то же самое. А, не первые эволюции вообще. Ну, смотрим. ПБшка немножко пробил, потому что он бьет все-таки процентуально. То есть он будет в любом случае, да, пробивать. Вот проценты от жизни. Вот еще один из плюсов, то что он бьет, когда у него скилл включен, он все равно продолжает бить, то есть он не встает, как, например, там Феникс. Давай, добивай уже. Сейчас пойдем с вами еще на PvP локации, на ЗБшку глянем, посмотрим. Вот Фрея, еще здесь тестик сделаем. А, они все по разным линиям бьют, к сожалению. Но миссует, очень часто миссует. Они его не пробивают даже. То есть он просто не пробивается. Рея там бьет, пофиг, 2000. 17. Это нереально. Так, окей, поехали на забытую. Здесь будет, думаю, интересно на него посмотреть.
Вот смотрите, как его сейчас легко разберет Зефир. Просто за пару тычек. Потому что Зефиру пофиг на деф. Жалко, жалко, конечно. Что Зефир пробивает. Было бы интересно посмотреть. А вот давайте, кстати, на вторую пачку сразу же его закинем. Таким вот образом посмотрим. Вечные бои. Ну, видите, надо недомогание на героя вставить. С недомоганием было бы намного веселей. Так, отлично. Смотрим. Свален. ПБшка. А, ПБшка есть, которая процентуально будет бить. Вот, посмотрите. Держится все-таки. Хоть что-то может, но там Фрейя долбит, Космо бьет. Но он все равно держит довольно-таки неплохо. Плюс ПБшка. Таких героев выдержать реально сложно. Так, наверное, Фрейя не прокачана. Поищем сейчас что-то поинтереснее. Вот есть Огник. Против Огника. Потестируем такой вариант. Опять Космо. Заморозили, застанили. Нечестно так. Вот против второй пачки его сейчас закину. Ну, старенький герой, тут ничего не сделаешь, но надо будет его еще в дефном варианте все-таки посмотреть. Но тут его даже не пробивают. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот герой. Пишите, хотите ли вы видеть его с священным судом. Делать ли его дальше или нет. Старенький герой, но довольно-таки неплохой. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.